Всем привет, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня будет обзорчик на программу Parallels Toolbox для Mac. Это инструменты для Mac и Windows, которых вам всегда не хватало, причем по низкой цене одного приложения. Так вот, смотрите, в чем приколюха. Я себе установил это приложение и хотел снять обзорчик для тех, кто только решается на это дело. Очень удобная программа, много плюсов, в принципе недорогая и решает много задач. Всегда в строке меню, доступно одним щелчком, удобство использования, перетаскивания. Программа постоянно обновляется, быстро обновляется. Тут есть много всяких функций. Запись экрана, снимок экрана, управление временем, конвертер, загрузки видео. Скрыть рабочий стол, блокировка экрана, отключить микрофон и запись звука. Есть еще не беспокоить. Так вот, я себе эту программку поставил, и выглядит она вот таким вот образом. Что тут есть хорошего в этой программе и почему стоит ее приобрести? Простейшая вещь вообще. Запись звука. Допустим, мне нужно записать для какого-то моего видео. Это очень удобно для видеоблогеров, которые записывают звук под свои какие-то видосики. Запись изображения. Жмете запись изображения, записать какую-то область, записать окно, записать экран. Все, допустим, записать экран. Жмем. Записывается экран, жмем, экран записан. Открываем. Сейчас будет мой экран дублироваться, и такое ощущение, что это и есть мой экран. Все. 5 сек. Экран записан. Это для чего? Например, вы записываете какой-то урок. Вы являетесь, ну, как я сказал, видеоблогером. Вы записываете уроки, видосики, там, я не знаю, что-то. Все очень быстро. Раз. Запись изображения, записать экран, записать какое-то окно. Что есть окно? Допустим, если вы запускаете какую-то программу, я не знаю, любую программу, ну, например, вот папку какую-то вот эту открываем, делаем записать окно и жмем на это окно, идет запись и записывается все то, что происходит только в этом окне. Это очень удобная штука, и ничего больше не будет записываться. Жмете, получаете результат. Все, выключаем, запускаем. Как вы видите, также записался мой голос. И вот, все, что записано, только в окне. Сам экран уже не показывается. Это удобно для тех вариантов, когда вы, допустим, записываете обзор какой-то программы. Ну, я не знаю, ну, например, вот программа Movavi. У меня есть такая программка Photo Edition 4. Я ее использую для редактирования фотографий. Заходим, запись окна, выбираем этот процесс и, в принципе, начинаю работать в этой программе. Что-то тут делаю, там, я не знаю, Photoshop происходит и так далее. Все, закончили работу. Жмем сюда. Программа мне уже не нужна. Не сохранять. Все. Смотрите, как все быстро происходит. Все, звук записался. Все отлично, четко записалось. И при этом записалось только одно окошко. Отлично. Дальше, что тут есть? Запись какой-то области. Ну, это понятное дело. Выделяете и записываете. Также здесь есть камера, запись видео, создать снимок, допустим, видео. Но чтобы записать видео,
Так. У меня тут в видосике, так, посмотрю сейчас какой-то. Нет, все нормально. Тут нужно будет делать настройки. Заходите, настраиваете, какая камера вас будет снимать. У меня сейчас на данный момент установлено две камеры. Одна внешняя, одна маковская. И вот которая стоит в основная камера, она чуть-чуть перекрывается внешней. Но я ее двигать не буду, потому что она меня сейчас снимает. Выберем, допустим, ту же внешнюю, но лучше, наверное, это не делать, потому что у меня сейчас другая программа работает. Так что просто заходите, выбираете программку, как в системе звук, допустим, источник звука, что будет записывать. Делаете ОК и жмете записать. Все. Делаете запись. Ладно, не буду я ее двигать. В принципе, понятно, что происходит. Все, остановить. Вот запись. Перекрытая другой моей камерой. Для чего это надо? Например, вы хотите что-то записать, у вас нету видеокамеры, но есть встроенная камера или там внешняя вебка на вашем компьютере. Все, вы можете записать без проблем. Так, что у нас в тулбоксе? Это все, что с камерой. Также есть вариант блокировать камеру. Ну, если вдруг вам не хочется, чтобы вас видели через вебку, вы разговариваете, тут быстренько раз и перекрыли камеру, и вас не видят. Также есть снимки экрана. Тоже какая-то часть. Вот, допустим, вот эта часть. Все. Все, вот, пожалуйста, готово. Это если вам нужно быстро заскринить какой-то процесс. Также снять какое-то окно, если у вас что-то запущено, и снять вообще экран в целом. Щелкаете, вот, скриншот вашего экрана. Просто супер, очень быстро. Это у нас по снимкам. Камеру показал, так, время. Ну, понятное дело, установка будильника и так далее, секундомер, таймер, много чего тут есть. Если вам нужно что-то записать такое, где должен идти секундомер, например. Много всяких приколюх. Также есть архив, заархивировать, извлечь. Потом, что у нас есть? Допустим, запись аудио. Всем привет, с вами Эдгар. Вы сейчас находитесь на канале Мысли от Эдгара. Раз, два, три, проверка связи. Все. Вот она, аудиозапись готова. Чем? Аудиозапись готова, все отлично, все очень быстро. Дальше. Что у нас еще есть? Запустить. Открывает приложение, документы, файлы одновременно одним щелчком мыши. Но это если вам нужно запустить какие-то там программки. Я этим пока не пользуюсь. Так, дальше. Скрыть рабочий стол. Вот эта штука мне нравится. Смотрите, нету ничего на рабочем столе. В принципе, мне так и нужно было, допустим, делать. Если я хочу сделать обзор на какую-то программу, и у вас на рабочем столе находится очень много всяких значков. В принципе, эти значки вы не хотите никому показывать, чтобы не выглядело так мусорно. Ну, то, что у вас чистый рабочий экран, без проблем. То вот эта функция позволяет вам зачистить свой экран. И после записи вы можете опять включить свой экран, и все опять появляется. Просто шикарно. Также можете отключить микрофон, переход компьютера в спящий режим, чтобы у вас компьютер заснул. Есть система отключить отображение уведомлений и анимацию на панели док. Нажимаете, и вас вот здесь никто не беспокоит. Не будет никаких проблем. Дальше. Преобразовывает видео воспроизведение на iPhone и iPad. Удобная штука.
Выбираете файл, который вам нужен. Кидаем его сюда. Все, вот он файл. Файл, который можно уже использовать на этом, как его, MP4, короче, формат получаете. Вы на телефоне этот формат уже можете посмотреть. Так, дальше, что тут еще интересного есть? Тут есть блокировка экрана, чтобы не допустить несанкционный доступ к вашему компьютеру. Допустим, такой момент, что вам нужно срочно отойти, и чтобы никто не беспокоил ваш компьютер и не залез, и чего-то там не увидел, если вдруг вы не хотите. У вас дома гости, кто-то пришел, а у вас тут чего только не происходит. Я не знаю, там вы работаете в какой-то программе, где показаны ваши доходы, деньги, ключи, там много чего есть, короче. И это нельзя, чтобы кто-то увидел. Вы блокируете и ушли. Пароль знаете только вы. Подошли, когда нужно, ввели пароль. Все, экран вам доступен без проблем. Тоже очень хорошая штука. Так, что у нас тут еще есть? Блокировка, архиватор. В принципе, все остальное я показал. Также есть загрузка видео быстрая. Это загрузка видео, которая позволяет вам подгружать на... Сейчас попробуем. Загружается, в общем, на YouTube. Сейчас это все дело загрузится. Нужно было, наверное, какой-то файлик поменьше сделать. Допустим, если мы поменьше возьмем. Нет, у меня тот же файл подгружается. В общем, не буду сейчас долго это тянуть. Прикол в том, что вы сюда загружаете, потом вам покажутся настройки. В этих настройках вы указываете, куда вам нужно загружать. Если вы блогер, то вы можете делать подгрузку сразу себе на канал или туда, куда вам нужно. Чтобы не открывать там все эти процессы, не выполнять. Просто раз, два, видео закинул, все, загрузка идет. Можете забыть пока про это и делать свои дела. Так что отличная программка, мне очень нравится. Вот, по загрузке можно даже прочитать, где тут управление. Загрузка видео. Инструмент помогает загружать интересные видеоролики из интернета, с Facebook, Vimeo и многих других сайтов. Так что заходите, скачивайте себе тоже. Отличная программка. Называется Parallels. Стоит она 499 рублей. Ссылочки будут в описании. Лайки, подписка, ну и, конечно же, комменты. Всем счастливо!